Привет-привет! Мы начинаем этот влог, и начинается он, конечно же, с маникюра. Очень я скучала в отпуске за красивыми ноготочками и очень ждала своего возвращения в Минск. Сделали мы сегодня вот такой, конечно же, красивый френч. Пока это мой самый любимый маникюр, плюс я нашла очень приятного мастера, к которому хожу последний месяц, и такие ногти мне очень нравятся, делают безумно аккуратно, красивую форму, в общем, просто идеально, поэтому я безумно рада. Конечно, стоимость теперь практически в два раза дороже, но, поверьте, это того стоит. Ногти очень нежные, красивые, так что я безумно довольна. Пришла домой, сразу начала мазюкаться вот этим бальзамчиком. Это бальзамчик от Christian Dior. Вот такой вот. Очень интересно открывается вот так вот. Кстати, аромат у него такой, знаете, нежный, приятный. Вот. Вот такой вот дозатор. Очень классно с собой брать сумочку. Просто потрясающая находка. Так что тоже такое попробуйте. Очень красиво. Еще он есть в розовом оттенке. Вот. Но у меня вот эта версия. По-моему, их то ли три версии, то ли две версии. Такой приятный бальзамчик. Но его здесь, конечно, очень-очень мало. То есть буквально, не знаю, там, мне кажется, на раз 10 его хватит. Просто такая эстетичная, красивая вещь в вашу сумочку. Распаковка новой потрясающей кружки. Посмотрите, какая она красивая. Она имеет такой оттенок, как раз вот как оттенок бумажки от букета. Такой вот молочно-желтый оттенок. На нем очень красивые вот такие вот мишки нанесены. Здесь вот такая надпись. Better coffee, better life. И очень красиво смотрится эта кружка. Мне она прям очень сильно понравилась. Я ее заказывала на Валбересе. И также на Валбересе. Но вот видите, прям такая толстая. Мне очень нравятся такие кружки в последнее время. Вот. И на Валбересе есть точно такие же пижамки. Разные, с мишками. Я планирую купить себе такую пижамку с мишками. И вот использовать эту кружечку. Просто, мне кажется, супер. Классный наход. Артикул оставлю. Вот, очень я давно хотела, и мне она нравится. Мне нравятся такие тяжелые кружки, вот, и очень красиво, вот такой, знаете, а-ля Pinterest. Вот, и это, кстати, мне букетик на концерте подарили, на моем, очень приятно. И также сейчас покажу еще одну кружечку, которую я уже показывала вам. Где она у меня тут, вот я уже ею пользуюсь, вот такая кружечка, тоже оставляла артикул в прошлых влогах, но оставлю, в принципе, еще в этом. Очень мне она нравится, тоже очень красивая, такой, знаете, необычной тоже формы, знаете, такая вот волнами, да, очень-очень красивая. Так что мне нравятся в последнее время такие кружки, тоже вам рекомендую такие приобрести. Так, всем привет-привет, только вернулась в Минск вчера, и, конечно же, очень-очень скучала по доставкам еды вкусным. На Нарочи, конечно, тоже есть вкусная еда, но для меня в Минске лучше, если честно. Вот, и пицца, и суши. Конечно, суши я тоже ела на Нарочи, но, честно говоря, по пицце Минска я очень скучала. В Минске, кстати, цены ниже на пиццы, чем в Нарочи. Вообще, в целом, ниже цены, я всегда этому удивляюсь. Ну, Нарочи считается белорусским курортом, поэтому там все дороже. И такси, и еда, и санатории, все на свете. Вот. Покажу, что заказала. Цветочки мои привезла с собой, стоят. Заказала вот такой вот наборчик роллов. Я очень люблю роллы, но как-то последний год я уже говорила, что я их ела редко. Наверное, какое-то было перенасыщение. Сейчас периодически иногда тоже заказываю. Если выбирать, что я люблю больше, роллы или пиццу, если честно, наверное, пицца. Вот. Ну вот, заказала вот такой вот наборчик. Здесь с креветками, с миндалем, с лососем. Это в блинчике, в общем. Просто очень-очень прикольные, прикольные роллы. И заказала пиццу. Я вообще, в принципе, люблю артфуд. Это все артфуд. Это не реклама, это покупаю свои деньги. Вот, и вот я уже съела пол пиццы. Очень вкусная пицца. Из всех пицц в последнее время я все-таки люблю больше артфуд. Если честно, мне больше нравится. Вот Терра пицца и именно Терра. Терра пицца и артфуд. Как-то я люблю, у них приемлемые цены.
И вот за это, за все, за такой большой сет ролл, здесь 1 килограмм, даже больше, чем 1 килограмм. И за вот такую среднюю пиццу, да, то есть это не маленькая, небольшая, это именно средняя, то есть хороший очень размер. Вот, я отдала всего лишь 57 белорусских рублей, то есть это в районе 15 евро. Это очень дешево, это хорошая цена, просто потрясающе. Поэтому я здесь заказываю и вам тоже советую. Вот, дороже, я считаю, что это все не стоит, и дороже я бы не платила. Вот, поэтому вот такая вот вкуснота. Я считаю, что очень крутые цены. Вот, буду наслаждаться сегодня прекрасным денечком. У нас очень хорошая погода, но я уже так насытилась хорошей погодой за все лето, плюс Турция. То есть у меня лето вообще просто какое-то получилось бесконечное. Начиналось с апреля в Турции, и вот сейчас середина сентября, оно у меня продолжается, поэтому на улицу я уже не хочу. Я уже так, в принципе, немного загорела, мне уже достаточно. Я хочу просто сегодня побыть дома, перевести себя в порядок, сделать ламинирование бровей, покрасить волосы, полежать в ванне часа 3, сделать все пилинги, все скрабы, головы, тела. В общем, просто сегодня хочу наслаждаться. Завтра, вроде бы, или послезавтра мне придет аппарат для педикюра. Так что я сниму свое покрытие с ножек. Я вот сейчас в рубашечке дома. Сниму свое покрытие с ножек самостоятельно. Вот, не хочу больше ходить в салон делать педикюр, потом расскажу, по какой причине. Просто, ну, короче, не хочу больше ходить. Вот, надоело этот стресс, вечный стресс. Мастер по маникюру я наконец-то своего нашла, очень рада. Конечно, что-то цены высокие, вот, цены высокие, выше чуть ли не там 2 раза, чем я раньше платила. Но, ну, как бы результат меня устраивает, стоит того, поэтому я менять мастера не буду. А что касается педикюра, то я жду свой аппарат, и потом вам все расскажу и покажу. Так что мне приятного аппетита, тоже балуйте себя, заказывайте себе пиццу, суши, что там еще можно заказать вкусненькое. Сейчас, кстати, очень вкусненькие, прикольные разные эти пончики делают, да. Вот, так что наслаждайтесь жизнью. Я уже открыла роллы, посмотрите, какие они прикольные, вообще большие. Мне прям очень это нравится, я люблю крупные роллы. Вот, так что буду наслаждаться. Сегодня всю коробочку не съем, потому что сегодня уже кушала пиццу. Вот сегодня так скушу пару штучек, оставлю на завтра на хоккей. Так что приятного мне аппетита. Вот такие вот замечательные роллы. Доброе утро, доброе утро. Пью свою любимой новенькой чашечки. Она такая красивая, прям. Очень хочу к ней купить пижамку. Мне кажется, это будет бомба. Вот, сегодня у меня на завтрак просто яйца, овощи и мои любимые вот такие вот бутерброды с томатами и прованскими травами. Просто их обожаю. Сочетание томатов с вот этими прованскими травами. Это очень вкусно. Вот, класс, обожаю. Так что приятного мне аппетита и вам хорошего дня. Показываю вам свою покупочку. Я заказывала Dior. Это жидкость персиковая для снятия лака. Я буду сейчас самостоятельно делать педикюр, поэтому решила закупиться различными люксовыми лаками и люксовыми средствами для снятия лака. Хочется, чтобы было все максимально качественное, дорогое, поэтому купила вот такую красоту. Очень эстетичная баночка. Я просто в восторге, ну и тестировать буду совсем скоро. Распаковка. Панпушка. Очень-очень давно не пробовала и не кушала вот эти пончики. Прям иногда можно себе позволить. Моя система пока работает успешно. 2 дня в неделю я кушаю все, что я хочу. И 5 дней я на ПП. Ем гречку, овощи, всякое такое. Так что, короче, сегодня 2-й день. Вчера я смотрела хоккей, заказывала пиццу, а сегодня заказала вот это. Так что все, нужно сегодня покушать, и 5 дней будем на детоксе. В общем, такие вот помпушка. На самом деле, я думала, что я заказывала 6. Потому что на картинке было 6. Оказалось, что их 12. Вот. Оказывается, там 2-й слой был еще. А на картиночке было как будто их 6. Стоили они очень бюджетно. Я заказывала по сливкам, по акции.
И, короче, получается, с учетом доставки, то есть здесь идет стоимость за бокс, стоимость за какой-то промокод на скидку и еще за доставку, где-то 2 евро. И, короче, за все получилось всего лишь где-то 4 евро, вы представляете, вот за 12, да, то есть получается пончики там что-то 3 евро стоят по акции, плюс 1 доллар, 1 евро, там код это чуть меньше, ну, короче, в белорусских рублях это 15 белорусских рублей, вот, а это просто очень дешево, поэтому я и думала, что их 6, а их 12, вы представляете, вот, выглядят они как бы, ну, так, знаете, вот эти вот какие-то покоцанные, наверное, с витрины давали, немного глазури маловато, особенно на вот этом, вот, ну, короче, буду наслаждаться, сейчас тоже идет хоккей, сейчас у нас каждый день хоккей, вот, короче, буду наслаждаться, вообще прикольно, вот, такие прикольные пончики, напишите, любите ли вы пончики, я уже не знаю, сколько лет не ела, и вот решила повторить, попробовать, помню, 2 года назад последний раз я их заказывала. Прикольные, очень прикольные. Так я как-то, знаете, не люблю где-то вот там идти, где-то взять какой-то пончик, нет. Вот, а вот как-то, знаете, раз в 2 года заказать можно, прикольные. Сегодня заехала в магазин «Комплимент» за рубашкой и заказала себе вот такой бамбл. Очень был вкусный, такой с манго, но рубашку выбрала. Вот с таким принтом. У меня на самом деле много сейчас рубашек, 4. Я их редко ношу, но мне они очень нравятся. Кстати, бамбл был очень вкусный, с шариками из манго. Такой сладенький, мне очень-очень сильно понравился. Пробую в первый раз. Покажу вам еще 2 покупочки с Wildberries. Заказала. Очень давно я смотрела на вот эту расческу. Искала ее по хорошим отзывам, именно чтобы зубчики были очень-очень мягкие. Вот, и я уже такую заказывала до этого, там зубцы были твердые, поэтому я ее возвращала. И вот этот раз пришла очень удачная, стоила она около 3 евро, то есть меньше там 300 рублей. Вот, 10 белорусских рублей, вот такая аккуратная, ну, довольно-таки большая, крупная расческа. Я хотела именно взять такую, потому что у меня, ну, много расчесок, но такой не было. Вот, я, короче, взяла эту, очень хорошо она прочесывает, рекомендую. И к ней в подарочек идет вот такая вот милая резиночка, такая прям, я называю ее радужная. Очень прикольная, красивая такая, прям русалочья. Вот, хорошая покупка, я довольна. Я люблю, чтобы расчесок было много. Вот, и взяла еще вот эту вот лапку. Я ее очень часто вам показывала. Это канцелярский нож. Нож-лапка вот такой вот. На самом деле я ими делаю все, но они у меня часто ломаются. Потому что я ими делаю то, что, наверное, делать нельзя. В общем, что я ими делаю? Я ими не просто открываю какие-то посылки и так далее, да. Я ими в отпуске пользовалась в качестве ножа. То есть я и ходила на грибы, и чистила грибы. Я резала им колбасу, сало. В общем, в номере все, что только мы покупали. В общем, все я резала таким ножом. Вот. И он у меня сломался. Я не помню, короче, почему. Я купила потом в магазине обычный канцелярский нож. Но обычный канцелярский нож сломался у меня еще быстрее. Дело в том, что здесь очень плотное вот это основание. И получается нож, даже если вы сильно давите на нож, он не выламывает вот это основание. А когда я купила обычный за буквально за 10-20 центов, то он просто у меня через 2 суток просто выломался. Потому что вот это основание, оно было очень такое хлипкое. Вот, все-таки эти ножи, они были не предназначены, естественно, для пользования ими в обычной бытовой жизни. Вот, но я ими пользуюсь в бытовой жизни, то есть, если мне надо в отпуске что-то порезать, те же фрукты, овощи, бананы я им резала. В общем, я ими режу все, поэтому я их всегда покупаю, даже если они у меня заканчиваются, ломаются, то я их покупаю. И нашла тоже по хорошей цене, так что рекомендую. Покажу вам 2 чехольчика, которые я купила на Wildberries. Вот такой вот заказала, стоил он где-то около 4 евро. Такой прорезиненный, очень приятный на ощупь, с мышкой Джерри, очень мне нравится. Правда, немножко марки, все на нем немножко остается, но, в принципе, если вы не пользуетесь никакими маслами для рук,
и будете брать только чистыми ручками, то, в принципе, несколько там месяцев он вам прослужит. Он не ломается, он очень гибкий, классный, то есть он надежный, картинка не слазит, но за счет того, что он светлый, нужно быть с ним очень аккуратным. Ну, в принципе, цена такая, что можно купить, попользоваться 3 месяца и, в принципе, потом его выбросить. И еще один просто потрясающий чехольчик, тоже с мышкой Джерри. Вот он здесь такая злится, angry. И здесь такие большие бортики, которые будут защищать телефончик. Тоже есть на разные модели. Очень мне он понравился, я его еще не носила, потому что носила предыдущий летом. Но очень-очень красивый, так что вам рекомендую его заказать прям тоже. И стоил тоже где-то в районе 4 евро. Я уже показывала в своих нарычанских влогах, что я очень полюбила вот эти моти. Они безумно вкусные. И у них вышел вот такой набор. То есть они обычно продавались по 2 с одинаковыми вкусами. А сейчас вышел именно набор с разными вкусами. Мы как раз недавно обсуждали с девочкой, что очень хочется каких-то разных вкусов. И как раз нас услышали, и через 2 недели уже вышел вот такой набор. Вот. Это Бисконти производитель, набор пирожных Моти. И мне очень нравится, во-первых, их цена. То есть это где-то получается, я уже, по-моему, рассказывала чуть, ну, короче, $1 стоит 1 моти. Это хорошая цена, потому что в Минске, в кафе, в кофейнях разных их продают очень дорого. По 3, по 4, по 5 евро. Это очень дорого за одно такое маленькое пирожное, которое вы съедаете просто за 2 раза. За 2 укуса, да, то есть они маленькие совсем. И, конечно, покупать их в кофейнях, ну, просто, знаете, как-то даже рука не поднимается тратить такие деньги, да, то есть, ну, 4-5 евро отдавать за пирожное, которое ты съедаешь за 2 укуса, ну, я считаю, дороговато. Вот, короче, сейчас я открою и попробую эти вкусы, вам скажу, как они, потому что я безумно очень хотела их, расскажу вам.